Всем привет, Пицунда. Сегодня воскресенье, 13 сентября уже, осень. И мы спешим искупаться в бухте. А дети бегут в аквапарк, ну, как и обещали. Лучик хочет на желтое сейчас, чтобы его видно было. Полчаса уже купаются. Вот он. Иду. Рыбки по ногам проплывают. Сегодня уже 13-е. Пока наши дети вот здесь вот купаются, гуляют, прыгают. Мы с Танюшкой на море ходим. Тут редкий случай, когда за все лето был несколько раз, зато осенью каждые выходные. Битком. Битком пляж. Да и набережная вся. Наши там где-то бегают. Песок как противень в духовке. Кого? Сейчас. Возу надо купить, чтобы ее дать. Вот здесь сейчас купим. Вот так вот. Пицунский сентябрь. Субтропическая осень. На улице сегодня плюс 28. Холоднее, чем вчера. Вчера было плюс 29 днем. Сегодня уже все. На 1 градус меньше. К концу недели все следующие. Все 25 будут. Стою. Так, ну у нас осталась невыполненная задача детям купить воды. Сейчас мы ее выполним. И потом с Танюшкой пойдем. О, глянь, как классно. Люди расположились в тенечке. Великолепно.
А джики, кстати, надо будет заехать купить. Или у нас есть еще? Вот кофе. О, там детей стало намного больше. О! Аквапарк, ну, в котором сейчас наши дети тусят. Канатник Теофраста растет. Вот он. Сейчас поближе покажу. Вот он. Это наша местная экзотика. Но я хотел не это показать, а вот это чудо. Плотно забитый пляж. Напомню, что сегодня сентябрь. И в этой толпе эффектно цветет панкраций. Красная книга, полностью исчезнувшее растение в Сочи. Формируются семена. Семена не теряют схожести даже после попадания в соленую воду. Вот эти коробочки высохнут. Здесь нет следов. Но я в том году снимал, можно будет глянуть видео. Семян здесь не видно. Они очень-очень легкие, ветром легко разносятся. Вот эти коробочки подсохнут, и семена из них высыпятся. И здесь пицунди пока держится. У нас была идея сделать его символом нашего ботанического сада. Но она не лишена логики, эта идея. И связана она опять-таки с тем, что в Сочи этот цветок нуждается в искусственном уже восстановлении. К сожалению, даже те посадки, которые сделали на территории сочинского отделения Русского географического общества, не прижились. Он вот должен на естественных песках расти. Вот это мощное растение, видите, да? Здесь было несколько цветоносов, и они не сорваны, спокойно отцвели и дадут семена. Здесь у нас раз, два, три, четыре было цветоноса, пять. Но вот этот вот, к сожалению, погиб, ничего не дал. А здесь есть шансы на появление коробочки. Вот так вот. Продолжаем ботаническую историю. И все это на фоне аквапарка. Это я фоткаю просто. Танюшка моя сидит, ждет меня. Сейчас пойдем кофе пить. Накупались сегодня на год вперед. Сезон, конечно, классный. Мы ищем место такое, чтобы можно было нам сесть. Здесь? Ну, пойдем, платно даже, если... О, еще один панкраций. Смотрите.
Еще один. В этом году не цвел. Лучше дети накупались в аквапарке, но это же дети, поэтому мы идем еще и на море. А куда? Стой, луч, стой, 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 луч. О, прикольно. А сумка где желтая? Вода сегодня чудо. О, я еще вижу. Ну, как минимум, вот один синеголовник есть. Еще один панкраций, он отцвел. И дал очень много семян. Здесь семян немного, точнее нет совсем. Это не коробочка с прошлого года, нет. Здесь они уже высохли и опали. Вот это да. Вот оно, семечко. Вот оно. Вот так выглядит. Оно сломанное. Вот это семечко панкрация. Видите, какое оно маленькое? Оно очень легкое. Но вот одно я вижу. Оставляем здесь. Их ветром очень быстро разносит. Вот это вот не оно случайно? Нет. Все. Да, больше не вижу. На такой жаре высохло и высыпалось. Надо же. Да, больше не вижу. А вот этот вот еще сочный, зеленый. Пусть будет. Он чуть позже, как обычно. Дождей нет, сухо. А вот это нет. Камушек. О, синеголовник. Вот что значит. В карантин был несколько месяцев. И мачок. Сразу несколько. Вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там еще с десяток. В общем, штук 20. Вот он, краснокнижный.
И все это вот на пляже. Между домами. Высотками пансионата. Напротив дельфинария. Да, больше пока ничего не попадается. Дети купаются. Сейчас еще погуляем и поедем, пообедаем. Подорожника очень много приморского. Вот он. Вот его растения. Видите? Тоже приспособлены к жизни в песке. Цикорий большой. Это вот все, вот это все у нас подорожники. Танюшка отдыхает. Снимал, там Пуркин прыгал. Да? Да, ты его пропусти. Пойдем посмотрим. Уплыл, да? Сейчас вернется. Дельфин вернулся. Да, где? Да. О, там он не один, оказывается. Почему его дельфин увидеть максимально близко? И попробовать его. Я знаю, что это делать. Самое высокое солнце сейчас. Где? Мохито? Лучика, у тебя с каким вкусом? У меня мохито с грушей и клубничным сиропом. Груша и клубника? Mm-hmm. Необычное сочетание. Да, я знаю, странное сочетание. Аленочка, у тебя? С клубничным сиропом. А дома мы сделаем банановый сироп. Да, у нас банановый есть. Мы купили в Краснодаре банановый сироп, который активно используем, да? Да, конечно. Не, ну мы один раз готовили там что-то. А почему мы не через центр? Мы один раз, мы можем срезать здесь. Ну, вот свежим. Давайте. За вот этим домом, за этой высоткой. Лучик в сосновом лесу. Постольнику, да, было? Молодые сосны на самом мысу. О, цикаду сегодня слышно. Одну.
На улице, конечно, жара. Самый пик. Но мы сейчас по лесу пойдем. Сходим домой. И двинемся в сторону Сочи. Срезаем угол, чтобы по солнцу не идти. Отсюда пойдем по лесу или там? Как нам быстрее? Давай мимо кафешки. Спасибо за видеокарту. Приятно. Идем к маяку. А я вам все-таки советую не обедать дома, давайте заедем. В кафе? Да. А, да? Лучше голодный, он накупался, конечно. О, Таня, что здесь посадили? Да, там нет ничего, ну или будет, видимо будет.